Объединив две акции по весеннему благоустройству города и в рамках инициативы восстановления святынь Беларуси, активисты БРС Московского района провели субботник на территории строящегося храма Рождества Христова, что в микрорайоне Вулька. Производили уборку возле самого храма, очищали прилегающую территорию, наводили чистоту внутри здания. В рамках данной акции мы, как молодежные лидеры, как, так скажем, актив Белорусского республиканского союза молодежи, мы приводим в порядок храмы, приводим в порядок костелы, так как эта акция, в принципе, у нас уже выходит и на межконфессиональный уровень. Такие субботники не только объединяют юношей и девушек и учат трудиться. Акция восстановления святынь Беларуси проводится с целью воспитания и развития духовно-нравственных ценностей посредством трудовой деятельности молодежи. Мы никого не заставляли, мы кинули клич, и ребята очень активно отозвались. Вот девчонки пришли сюда, парни пошли на Дубровку, там более такой мужской труд нужен. Наша организация вместе с Православной Церковью формирует высоконравственную личность настоящих патриотов. Мы пытаемся воспитать в молодежи милосердие, доброту, ответственность. Субботники. Сегодня наверняка многие считают их в некотором роде пережитком советского прошлого. У активистов БРСМ свое мнение на этот счет. И ребята убеждены, для того, чтобы вокруг был порядок, чтобы улицы были чистыми, а Брест продолжал сохранять статус одного из самых благоустроенных городов в стране, в первую очередь начинать нужно с себя. Я, как человек с активной жизненной позицией, решила помочь, потому что сама я регулярно посещаю церковь и знаю, что очень важно помогать вообще людям, и церкви нужна эта помощь больше всего. И во многом я считаю, что помогая людям, ты в какой-то степени помогаешь себе. В том числе, то есть ты хочешь позаботиться о своем городе, ты хочешь, чтобы он был чистым, красивым, чтобы ты, когда гулял вечером по улице, чтобы ты наслаждался природой, чистыми аллеями. В преддверии святого праздника Пасхи активисты города планируют охватить уборкой все храмы областного центра.